Отточенно, смело и в то же время грациозно выступали перед зрителями представительницы синхронного плавания. Несмотря на возраст, а в соревнованиях принимали участие те, кто только стал на этот путь, работали они как настоящие состоявшиеся спортсмены, с такой же серьезностью и уверенностью. Особенно волнительным этот турнир был для брестских команд. В городе над Бугом синхронное плавание развивается относительно недавно. Стараемся, потиху-потиху поднимаем класс и уже конкурируем. Я думаю, появится больше желающих заниматься этим наикрасивейшим видом спорта, олимпийским видом спорта, как синхронное плавание. Сегодня сильной школой синхронного плавания могут похвастаться лишь столица и Брестский регион. Хорошая материально-техническая база плюс профессионализм педагогов творят настоящие чудеса. Юные синхронистки на воде, словно балерины на сцене. В каждом повороте головы или движении рук присутствует исключительная легкость и утонченность. Однако важно понимать, что во все это вложены силы и воля к победе. Мне очень понравилось то, что, во-первых, тренера, которые здесь работают, они этим живут. Вы знаете, сейчас очень сложное время на то, чтобы заинтересовать детей, чтобы они действительно отдавались полностью. Уже в следующем году турнир планируется перевести в разряд международных и пригласить для участия юных синхронисток из других стран. Анастасия Ноздрин-Плотницкая, Эдуард Бакунович, Дмитрий Лазарчук, телекомпания «Буг ТВ».